Это доказывает, что он верховный Господь. А каким это образом это доказывает, что Христос верховный Господь? Вот представляешь, столько маленьких мальчиков. Они прыгают, они покушают только, что они доскакали с телятами до Гавардана. И заставить их сесть может только верховный Господь. В общем, чтобы почувствовать это самое, это Я бы понаблюдала, как он будет доступен. Вот
Смотри, Кришна. Чем занимаются люди на врач парикмахер? Дандават парикмахер. Все, я уже про врач мандал думаю. Такой, я делал дандаватик, чик-чик. Кого-то я узнаю. Она буквально 2 дня назад была полная. Ого. Ого. Малья Хари Кунда, но сюда лотосы похожи. Я уже посмотрела, как около Гаса удобрили.
Можно, да, мы там потом подойдем. А где дальше, что у меня сюда надо? Да, все канализация. В общем, лотосы особо. Но они поэтому не снимают. Папарацци. Большой брат наблюдает за вами. Вот это там, он так где-то в этой день делает, как там, жемчуг. А жемчуг это здесь? Да. А-а-а. Вот. Так, слушайте, тут у меня это, как сказать, эпифания наступила. Короче, ему надо принес лотос, растет и расцветает, потому что у мальчишек тут как-то растет. И лотос, и жемчуг, а у девчонок ничего. Давай с жемчугом попробовать. Да нет, давайте сейчас лотос за ним закончим. Красивая картинка, смотри, какая. Только рассвет. Шафрановый тоже, кстати. Гайди. Да. Адыша. В общем, вот он очень вдохновлен этим местом, зовет сюда Гурудева на катху. Ну просто где ты что-то стрелять, какие-то денежки, и вот это все организуется. Ну, не, ну как облагородить? Ну, конечно, клево для катхи, но когда это в 30-х годов показывают фотографию Радхакунды, я, конечно, гораздо благороднее, чем это все. А вот там выход прямо на Шьямакунду, очень красивый, гад там у них, и дерево живучее, которое вот растет. Я все время восхищалась. Который брахман, которому, конечно, дочку таки выдал замуж. Он теперь, если он навечно тут поселится... Пойдем по бережку, проверим состояние. Тапки под мышку. Тапки когда-нибудь потом. Под мышку. Забери мои, пожалуйста. А чё? Так здесь красиво. Шьямакунда. Гайтри Тань. Нам до куда делся? Чем она? Радхарани Хо. Но он пока не очень готов для того, чтобы там сидели. Я думаю, там еще нужно... Да, через месяц он сказал, они доделают. Но он пока не готов, да. Но он старается. Это наш проект, мы это самое рисуем. Еще они здесь посадили. Он говорит, я, говорит, посадил здесь тамал. Говорит, баньян. И еще какой-то, вот я не помню. Вот они над нами там сверху. Вот прям здесь. И колючками его закрыли, чтобы... Бандер.
какие-то шорты или джинсы. Вот здесь дерево тоже было, но сейчас... Йок. Что здесь? Просто? Переулки. Ой, этого я не знаю. Сейчас покажу. Там уже фигурки. Вот это не было. Может, сфотографировать, может, да. Разумеете, я вам прочту там. О, давайте. Это я уже вынесу. Шиванада, вам очень идет розовая сумка. Я чувствую какую-то гармонию во всем этом. Я уже тоже начинаю ее чувствовать. Очень хорошо. Это очень благоприятно. Это уже свежие. Свеженарванные перья. Такой деловой. Хорошенький. Если мы подходим, все, мы вот там вот проходим. Говорите, я могу дослать и мэдите. Вау! Мне очень здесь нравится. Мне нравится это самое. Они не разбирают. Это 60 секунд. Вот смотрите, в задней стене Лолиты храма. Вот она. Ага. И там вот Лолита Кунда. Вот Господь Шива. И оттуда, там же Господь, и оттуда сбрасывала в этом самом. Вот и в Галстве уже. Смотрите, и вот здесь. И Галстве самое фану. Выпитай. Не, вы видите, Юля шел, чтобы снимать на заранее пользу. А чё, вообще нектар здесь. Я здесь никогда не была. Смотрите, какое чудо, да? Вот, это как внутренняя жизнь храма. Вот Лолитин храм заканчивается, это вот Говиндовский храм. А, на газу. Угой. Нет, снег, но? Снег. Снег? О, я. Yes. Snake where? In water? Not snake. Inside. Turtle. Okay. Черепашка. Угой, но снег. Но нет, это черепашка. Угой, видите, выпускает носик. Но снег. Сэм. Сэм? А вот это, вон, это маски. Так это была змея или нет? Нет, нет, черепашка. И Монка говорит, нет, не змея. У них его нет, у них просто носик очень смешный. Когда лезешь в воду, то когда видишь это... Ну, раньше времени ничего не будет, позже времени тоже. Ну, это тоже, да. У меня дома, вон носик. Many видите, на каком языке клёвом они разговаривают? Видно, что это many угвы. Угвы это черепаха. Ой, да тут просто поголовье черепаха. Подожди, Шимурки, вы хотели... Где? Сейчас, ладно, спрошу, где именно посадить? Смотри, Шимурки, а где вы именно хотели, чтобы лотосы здесь посадили? А, сейчас пойдем. Мы только начинаем. А вы там
They're making the vegetable. Acha. Garden? Yeah. Bengali. Bengali vegetable. Вот эта дорога. Мне нравятся вот эти вот иголки для бандеров. Очень дружелюбные. О, в Раджаманду. Просто в Раджаманду. Найс Даршин, найс Даршин. Очень прямо. Вот это Ананда. Вау! Кроличьи просадки. Это не так, это за год это у них уже семена, и они наклоняться будут. То есть через год они вот эти самые, это вот эти прекрасные цветы. Да, цветы будут. Даже меньше, чем у них. А это вот учиться, как это столько сегодня маленькие детишки в одном типе. Да, их там много. Никто не толкает. Да, вот там там тысяч. Видите, кого вы чили. О, в Раджаманду. Ух ты, пахнет травой. Тишина, птичка. Ой, как же здесь хорошо, господи. И баба тять. Найс Даршин. Дашенька, у нас баба дала нам несколько украшений, кто-то подарил. Нужно будет это самое. Распространить? Нет, починить. Починить, хорошо, там давайте, видно, да. Кстати, там, они дома, это было. Там даже красные веревочки тут. Они здесь с вами? Нет, они дома. Дома. Сейчас мы ее покажем. Вот там эти, ну это икона, что у нас есть, огромная красивая расшита. Видишь, нужно иголку стать. А вот тут украшение, вот потому что она такая, девочка как-то красивая. Я не знаю, что с ней делать, там у нас вообще как-то подбор. Чинить это можно. Yeah.
Так, мы куда-то полезли. Сейчас вода, где, посмотрите, птицы ходят, вот, чтобы вам это было понятно, какая глубина воды. Здесь, значит, пересекается, есть такая глубина воды. Нам туда дальше. Вот, вот, туда. Вот где вот эта линия, вот где-то островок, да, 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 там у нас всегда есть. Ну там гуси, 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 большой цапель вон, большой цапель. Вон он, вон он, вон. Вон, вон, вон. Ну прям около воды. Он прям серый такой, здоровый. Ноуси, большой цапель. Такие же, да? Или как?